Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о особенностях подачи кассационной жалобы. И это вводный разговор, мы много об этом говорили. Но сегодня я хочу охватить основные моменты для тех, кто впервые сталкивается с кассационным обжалованием. Дорогие друзья, перед тем, как мы перейдем к этому серьезнейшему разговору, хочу напомнить, что если у вас есть необходимость в подготовке исковых заявлений, проведении консультаций по тем или иным юридическим вопросам, составлении апелляционных, кассационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, кассационное обжалование – это второй элемент обжалования судебных решений после апелляции. Необходимо понимать основные правила кассационного обжалования. И первое правило – приступать к кассационному обжалованию можно только после того, когда исчерпаны методы апелляционного обжалования. В связи с реформой, которая была проведена в 2019 году, у нас появились суды, специальные кассационные суды общей юрисдикции, которые рассматривают свыше 90% всех категорий дел. И вот именно кассационные суды общей юрисдикции будут первым судом кассационной инстанции, куда вам следует обращаться, если вы, к примеру, проиграли в апелляционном порядке, и вам необходимо обжаловать решение суда первой инстанции, либо решение апелляционного суда. Вторым звеном кассационного обжалования является Верховный суд. Но отличие кассационного суда общей юрисдикции от Верховного суда в том и заключается, что кассационный суд общей юрисдикции занимается сплошной кассацией, а вот Верховный суд – это выборочная кассация, и далеко не все дела по ней рассматриваются, а только те, которые сочтет возможным судья Верховного суда. Итак, дорогие друзья, что же необходимо учитывать при подаче кассационной жалобы? Прежде всего, необходимо учитывать, имеются ли основания для ее подачи. А основанием являются существенные нарушения норм материального права и существенные нарушения норм процессуального права. Также к тем основаниям, которые могут служить основанием для подачи кассационной жалобы, является также неправильное установление фактических обстоятельств дела и так далее. Хотя необходимо помнить, что у нас кассационный суд не устанавливает фактические обстоятельства дела, но нарушение порядка их установления – это все-таки основание для отмены или изменения судебных решений. Итак, запоминаем, кассационный суд по общему правилу – это суд права, а не суд факта. И основное отличие кассационной инстанции от суда апелляционной инстанции – как раз и заключается в том, что суд кассационной инстанции пересматривает уже вступившее в законную силу судебное решение, которое вступает в законную силу после апелляционного рассмотрения, после оглашения апелляционного определения по гражданскому делу. Соответствующим образом, апелляция, она пересматривает судебные решения, еще не вступившие в законную силу. Поэтому, конечно же, требования к кассационному обжалованию намного строже, поскольку, повторюсь, обжалуется судебное решение, вступившее в законную силу, которое уже по своей сути и по своему содержанию имеет силу закона. При этом, дорогие друзья, несмотря на строгость кассационного обжалования, все-таки есть такая поговорка: глаза боятся, руки делают. И, конечно же, я прежде всего советую, если у вас возникла необходимость в кассационном обжаловании, обратиться к специалисту. Но не у всех есть такая возможность. Конечно, современные технологии в режиме онлайн позволяют обратиться к специалисту. Вы можете обращаться к нам для составления кассационных жалоб, либо для того, чтобы мы проверили уже составленную, либо откорректировали, либо внесли некие правки, наполнили ее юридическим содержанием, позициями высших судебных инстанций и так далее. Но некоторые любители юриспруденции, и, конечно же, каждый человек имеет на это право, потому что юриспруденция – это интереснейшее дело, некоторые предпочитают готовить такие документы самостоятельно. Дорогие друзья, это, конечно же, не возбраняется, но при этом необходимо все-таки учитывать, что желательно хотя бы окончательный вариант согласовать с профессионалом. При этом кассационная жалоба в кассационный суд общей юрисдикции, а именно о ней мы сегодня поговорим,
подается точно так же, как и апелляционная жалоба, через суд первой инстанции. Хотя в шапке, конечно же, адресатом указывается кассационный суд общей юрисдикции. При этом, дорогие друзья, когда подается кассационная жалоба в кассационный суд общей юрисдикции, ни в коем случае не забывайте выполнить те процессуальные обязанности, которые возлагает законодатель на вас. И к таким процессуальным обязанностям относится уплата госпошлины, а также рассылка всем сторонам, участвующим в деле, копии кассационной жалобы с приложениями тех документов, которых у сторон нет. При этом, дорогие друзья, невыполнение этих обязанностей может повлечь за собой оставление без движения кассационной жалобы. Ну, а если не будут эти недостатки устранены в установленный судьей срок, то вплоть до возврата кассационной жалобы, что повлечет за собой необходимость либо ее переподачи, либо оспаривания судебного решения о возврате кассационной жалобы. Поэтому до этого лучше не доводить. И, дорогие друзья, аргументация, конечно же, должна быть на высоте. Не забываем, что кассационный суд, он не обсуждает те вопросы, которые выходят за пределы кассационной жалобы. Поэтому в кассационной жалобе необходимо охватить максимальное количество вопросов, там, где вы видите, может быть, некие пробелы, нарушения или иные моменты, которые могут повлечь за собой отмену или изменение не устраивающего вас незаконного решения суда. При этом не забываем, дорогие друзья, что в кассационном суде общей юрисдикции вы можете высказать свою позицию, и это тоже будет немаловажным. Если такой возможности нет, поскольку у нас зачастую кассационные суды общей юрисдикции находятся в ином населенном пункте, чем там, где рассматривалось дело, конечно же, тогда можно готовить письменную позицию, и я настоятельно рекомендую зачастую это делать, поскольку в большинстве случаев суды уже выходят с неким сложившимся мнением по тому или иному делу на основании документальных изложенных фактов. Поэтому я и говорю о том, что качество кассационной жалобы должно быть на высоте, чтобы заранее сформировать у суда внутреннее убеждение. Вот это, дорогие друзья, те элементы, на которые следует обращать внимание при подготовке кассационной жалобы. В следующих роликах мы поговорим о том, какого размера должна быть кассационная жалоба, какие доводы в обязательном порядке необходимо в ней указывать и, конечно же, дорогие друзья, о нюансах кассационной жалобы по отдельным категориям дел. Дорогие друзья, напоминаю, что если у вас есть необходимость в составлении тех или иных процессуальных документов, если есть необходимость проконсультировать по тем или иным вопросам, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб. Все контакты в описании к ролику. Удачи в делах. Счастливо!